следующее прочитаю не потому, что сильно нравится. Просто это единственное стихотворение, которым очень красивая картинка нарисована. Вот там мой портрет, я почему-то... Я просто вот очень люблю эту картинку. И когда мне говорят, почему у вас на книжке нет портрета, у всех же есть. Я говорю, он есть, но он внутри. Да. История стихотворения проста. Были мы в том самом кафе. И режиссер Юрий Борисович Мамин сказал, более до чего, что похож на Эйнштейна. Да, за 100 поступков. Вот поэтому я, в общем-то, и прочту. Насколько похож, это видно великому режиссеру, а не мне. Я, правда, без бороды его. Из материалов Пенсного клуба. Задание ЖЗЛ, «Жесть замечательных людей», за 100 постов. Не в чистом поле, даже не в ладейном, чуть с бодуна и малость под шофе, в дешевом заведении питейном с названием «Дорожное кафе» во мне открылось общее с Эйнштейном. Не самому помог один эксперт, идти не мог, но был довольно ноский. И на меня взглянув, как на мольберт, как у Гайдая Кеш, «Смоктуновский!» — он зарал Эйнштейнушка. «Альберт! У нас свои душевные хворобы!» А этот, обознавшийся корчмой, упорно звал меня на кинопробы, когда приспел в Купчино. Домой чернил бы мне гусиное перо. О, свет мой самальгамую скажи, зачем я седяной убеленный с разгону влип в такие типажи, как физик ноль, стократно ноль деленный, как Буратино или же Кижи, такой же деревянный, но унынию не предаюсь, но в чем-то да близки. Биограф пишет, как дружил с латынью, по остальным скучались тройки. Выходит, жизнь не вся горчит полынью. Вот у него с французским не лады, и я плутаю в этой ахинее. Еврейские прабабки, деды не Ротшильды, а несколько скромнее украинцы сказали бы жиды. Жизнь потекла, как мед или сливянка, цени ее по капле не разлей. Вот у него жена была славянка, настолько же по паспорту взрослее и добрая, хоть не самаритянка. Писать мы оба начали с ранья. В утиль переводили канцтовары, публиковаться раньше начал я. Сопоставимы были гонорары. Да, мастера, чеканки и литья, монеты нам варганили из меди, но в прикупе он взял козырный туз. Его жена училась в ихнем меде. Но я у нас заканчивала в туз, и иногда у нас рождались дети. Я тоже на 2/3 водянист, да и в стихах воды не слишком мало. Я тоже пацифист и гуманист. Примирует потом, в конце квартала, он мог на скрипке. Я как пианист отчаянно луплю клавиатуру. На Нобелевку, думаю, пока не выдвинут мою кандидатуру. С квартальной доползу до кабака, где мой эксперт пугает клиентуру. За 100 по 100. И разум исцелен, и рассосутся язвы нервных хворей. Носить пьянчуг мне нравилось с пелен. Я в смысле относительных теорий не гуру, но на практике силен. Спасибо.